Ну, не секрет, что сейчас все живут в страхе войны. Вообще, вот так вот человечество вошло в такой луп. А я не хочу это принимать. Ну, не хочу я это принимать. Почему я должен это принимать? Тогда тебе надо найти метод, когда война не будет происходить в том виде, в котором она происходит. Человек каждый день должен воевать немножечко с собой. И тогда у него не будет никакой потребности воевать с другими. О, это интересно. С чем я должен воевать в себе? Со своим эгоизмом, которым ты желаешь победить весь мир, всех повязать и так далее. То есть именно он выплескивается в войны, да? Именно он. Расскажи это тем, кто поднимает войны. Вот как рассказать им, как им рассказать? Ну, действительно так они возникают? На гордыне, на «я сказал». Это же явно видно. Блин. Почему вы лично обращаетесь ко всему миру? Вот скажите, пожалуйста. А потому что мы находимся в таком периоде нашего развития, когда каждый может постичь свою цель в этом мире. А это очень необходимо всем нам. Потому что таким образом мы можем ощутить мир иным и сделать свою жизнь абсолютно счастливой. Не то, что хорошо этим или этим лучше, или так, немножко лучше как-то нет. Просто для всех и все. Так написано в источниках. В чем особенность нынешнего момента для начала занятий кабалой? В том, что мир подошел к такому состоянию, когда ему дальше некуда двигаться. Великий каббалист Баали Сулам, живший в 50-х годах прошлого столетия, он оставил нам очень четкие инструкции, каким образом мы можем избежать огромного взаимного уничтожения и добрым и быстрым путем, мягким, достичь абсолютно прекрасных состояний всем миром.